В магазин, как раньше, с авоськами. В Роспотребнадзоре хотят запретить производство и продажу пластиковых пакетов. Предложение уже поддержали специалисты Минприроды и экологи. Законопроект уже разработан. Сейчас Роспотребнадзор занимается его согласованием. Окончательное решение, которое контролирует вопросы запрета производства, должны принять в Минпромторге. Запрет пластиковых пакетов – мировая тенденция. В Евросоюзе их производство и продажа будут запрещены с 2021 года. Предполагается, что в случае принятия подобного закона в России покупателям в качестве альтернативы предложат многоразовые сумки, пакеты из бумаги или биоразлагаемых материалов. Напомню, в этом году замену пластиковым пакетам предложила студентка из Великобритании. Девушка предложила создавать биопластик из водорослей и протеина из рыбьей чешуи. По исследованиям англичанки, из отходов от одной трески весом 90 килограммов можно сделать почти 1500 эко-пакетов, которые разлагаются в почве всего за месяц.